Так, приехали, короче, в Сеул, вышли с метро станции. Сейчас у нас будет прогулка. У меня, у нас, вдвоем, с братаном, с другом. Сейчас выйдем в Сеул, сейчас в туалет зайдем. Зайдем сейчас в туалет. Пойдем в Сеул прогуляемся. Вот такая отплитка у них. Дочка вот такая. Вот это автомат, это освежитель воздуха такой. Фигаро. Освежитель воздуха. Идем, короче, в туалет. А ты здесь? А, я тебя подожду, иди, я пока не хочу. Да, подожду. Вот такие у них дверцы. Как с коммуникацией. С такими иероглифами. Да, туалеты все бесплатные. Вот мужской, вот женский. Вот захожу в туалет. Обычный, типичный туалет. Кабинки вот такие вот. Ничего особенного. Но смокинг. Это потом скриншот. А вот женский туалет. Немножко разница. Лифт для инвалидов есть. Как это вы знаете, там бывает. И вот на переходах метро у них везде эти всякие лавочки, магазинчики. Все в масках, все ходят. Не баланс. Хорошая марка, фирменная. Баланс.